задали вот такой вопрос, насколько можно поститься, да, девочке, которая, у которой маленький ребенок. Святые отцы, в частности, Иоанн Дамаскин говорит, если бы все святые постились только пищей, то они были бы как жвачные животные, потому что пища здесь все-таки в первую очередь вспомогательный элемент, но не основной. Основной – это борьба со грехами, сугубо время, когда мы больше ходим в храм, исповедимся, причащаемся, творим добродетели. А пища здесь достаточно важный момент, но не основной, потому что мы не занимаемся диетой. Поэтому мы должны питаться настолько, чтобы оставалось место для дара Духа Святаго. То есть могли спокойненько помолиться. А относительно поста все должен, скажем так, вам подсказывать ваш духовник или батюшка вашего храма. Аминь.